Челябинск очень связан с моей металлургической молодостью. Я бывал почти на всех крупных предприятиях здесь в свое время. Магнитогорский металлургический комбинат, флагман металлургии не только Советского Союза, но и всего мира. В то время давал 20 миллионов тонн стали, ни один завод в мире столько не производил. И мы учились, приобретали специально здесь. Челябинский тракторный завод, трубный завод, многие предприятия. Это грандиозный центр такой. Я с удовольствием приехал. И надо вспомнить, что 2000